Мы начинаем облаву. С нами Степан, Артем. Скажите, как начать? Рустамка. А еще я. Вот он я, привет. Мы звоним в звонок Сереже. Сера, пошли гулять, хватит сидеть дома. Да, Сера, хватит с малолетними в карту убить. На раздевание. Здесь Сера, пошли гулять. Сера, мы снимаем документальное кино. Пошли гулять с нами. Давай. Какое кино, мы ебанулись. Документальное. Я сейчас выйду. Я сейчас твоей мамке буду гулять. Савик, закрывай его, чтобы он тут остался, дверь закрой. Сера, сколько вас там? Сера! Это как Милис уже. Тихо. Я выхожу. Ему убегает. Да нет, это скучно. Он нас вчера кинул, а мы его... Ему плевать. Ему плевать, а нам было не плевать. Зайдете? Да. Сыграем в карты. Я сам стоп. Вы зайдите. Дайте мне себе ужин. Конечно, документальный фильм снимаем. Здорово. Подожди, я засниму, как жму. Давай. Алло, мелкий, сюда. Все. Саня. Алло. Выходи. Все, стой, я яблочко забыл. Сайт пошел. А прикиньте, бабка приходит. Такой, знаешь, это... What the fuck? Ладно, мы у Сережи. Мы попали все-таки к Сереже домой. Сейчас будет игра International. Это же! Это не я! Я не играю, я просто сижу. Саня, считай карточку. Я в этот, я комментатор буду. Смотри, потом не пишу. Ладно, я пока что. Начинается International. Степа, чувак, Сера, почему ты не сказал, что здесь надо в носках ходить? Так, здесь? В эфире Артем. Артём, скажи привет. Привет! Сережа. Сода! Сода! Степа! Привет! Все, привет! Степан, привет! Кто со мной играет? Я не играю. Там привет. Сода! Ладно. Блин, хуёво, что у Степы голос не сломался еще. У него нет такого голоса! Да! Я начал ломаться! Мы сидим, отдыхаем. Это моя мама, скорее всего. Резко затемно мне. Алло! Бля! Ладно, давайте заткнемся тут. Обезьяна. Все! Опять звонит? Нет. Сейчас будем сами звонить его. Итак, Серый, сколько партий играет? Одну? Привет! Одну? Так еще одну. Для экономии. Дима обиделся. Алло, Дим, чё? Дима! Обиженный! Да заткнитесь вы! Вы идиоты. Чё? Да, мы его пытаемся выманить наружу. Если мы его выиграем в картах, то он выйдет с нами. Иди давай тоже сюда. А знаете, почему я вам открыл? Ну, когда... Саня? А? Ладно, это вот так это, все скрытый. Погоди, это рум... Смотри, играй два раунда, Дима сейчас. Это рум-тур дома Сережек. Нифига у тебя, блин, коврик. Ладно, даже у меня такого нету. Я такой хотел купить. А у меня вообще ничего нету. Мамка сказала, он очень дорогой, там около 2000. Короче, вот наш серовский экран. Там торчлайт, что делает. Все, говно. Коврик заебись. GTA сам. Нет, мышка тоже хорошая. Elder Scrolls. Короче, компьютер. А это полки какие-то. Серый, потом это можно... Ладно, играю, короче, семечки. Стёпа, добрый блат. Это рум-тур, уходи. Рум-тур домика Серёжика. Ёжики, Серёжики. Вот так. Та-дам.
Ты-дын-ты-дын-дын. Обезьянки. Я слушаю. Вот. Я мартышек снимаю. Тихо, тихо. Да убери этот кабачок отсюда. Да ты в даун, убери его отсюда. Смотрите, а эти педики там еще. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Короче, идите нахуй, ладно. Мне даже не помахали, я там девочкам махал, они не отреагировали. Ладно. Интернешнл начинается. Там дом. Ты что там забыл, Рустам? Я там кабачок. Ебать, у него темно. Дома. О, хоккей для пидоров. Короче, вот весь свинарник какой. Вот так вот и живем. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Ну, мы пришли фактически с мечом. Короче, ром-тур такой, ром-тур. Блин, я делаю ром-тур лучше, чем дядюшка Бен. Блин, реально. Вот. А эти комнаты? Кто плевать. Я делаю ром-тур лучше, чем дядюшка Бен. Да. А сортир что-нибудь показал? Я сейчас обезьян буду снимать. Ку-ку. И что ты их не снимаешь? Я их снимаю. Хорош трахать. Трапает, ну блин! Вот подушки у меня чуть. Вы обезьяны, тихо! Особенно вот эта часть! Че? Так, интернешнл начинается через сколько? Через 5 минут. Блин! Короче, сделай! Сука, ты хуесос! Я думал, у меня видео оборвалось! Посмотри сюда! Что? Я не вижу, тут темно, я ничего снимать не могу. Интернешнл начинается! Оба! Тихо. Дети обезьяны. На диван садись. Стой, да подожди, я обезьян снимаю. На диван сядь. Сера, не тряси меня. Я снимаю кое-кого. Алексей и Савелий. Ладно. Ой, уходи. Лёха, открой Диме дверь. Не, не, подожди, подожди, сейчас меня подвечу. Сера, а можно у тебя в туалет сходить? Да. Лёха, серьёзно, открой ему дверь. Сера, тихо. Сейчас она Диму прыгнет. Артём, уходи, сейчас на Диму. Уходи. Дима, тут ведется рум-тур. Ой, какой рум-тур? Привет, Савик. Короче, проходит Дима. Стой! Дима, 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 Дима. Да в камеру, погоди. Дима, что мы тут вообще будем? Подожди, сейчас. А где Стёпа? Толчки. Короче, Дима, Стёпа, кричи! Димасик это интернешнл по этим картам. Понял? Так, стоп, я отмотал. Стоять, ничего не трогай. Сервис заблокирован. Та-та-та-та-та-та. Быстро начинается интернешнл. Садитесь на пол. Садитесь на пол, бичи. Перед этим надо крикнуть, как обычно. Удачи. Три. Стойте, стойте, тихо. Я сейчас должен чихнуть. Все хором кричим, я должен чихнуть. Вообще! Нет. Давайте напугаем чихнуть. Стой. Я никогда не знаю. Пердежом пахнет. Гонит. Ну ладно, смотри. Ладно, два, давайте. Два, один. Ты чё не кричишь, чё, сука? Чё, блядь, я вас испугался. Слизь его. Да чё, ты бесишь, у него больные подушки, блядские. Мочили его. Да чё я сделал? Мне вы орал. Давай. Я испугался. Так, посмотри, за ним и заново. Давайте. Давайте уже. Блять, ты сука, где это? Что ты делаешь? Он тебя трахнул, как обычно. Да, сука, не сука. Блять, давайте себе. Да, Чиваля! Я ничего не понял. Он не жопа. Давайте начинаем, алло. Короче, будет мой помощник. Савик, сюда ко мне садись. Мои два помощника, это будет Алексей и Савелий.
Это ведется International важный. Сука. По гайдам! Это не по гайдам. Это важный International, пойдет ли Сережа будет. Дай по гайдам! Если они выиграют, то все выходят, да? Да, все, они победят его. Нет. Не надо. Ну, выходит, мне мои карты. Итак, мы ходили на балкон. Ой, фу, на кухню, чтобы пожрать. Сережа, у тебя классные сосиски дома есть. Короче. Игра начинается. Блядь, серьезно, это не дурак. С дураком уже один на один играет. Внимание, знатоки. Уроки от знатоков. Сегодня, Саня, мы с Саньком сегодня Руднева видели. И это имел. А тебя искали. Малого ты. Меня 9. Надеюсь, у кого меньше есть, у меня 8. А почему у него есть? А, у тебя какая? Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Так, пацаны, смотрите, мы вчетвером можем смотреть друг у друга карты. Нет, а мы же команда. Да, мы команда. Игра ведется до 6 карт, подкидывайте все, каждый бьется сам за себя. Да. Я хожу по очереди на каждого из них. Ты что, даун? Нет. В смысле? Обычные правила. У него есть семерка, он ходит. Давай, ходи на Рустам. У меня валет. Я не как... Тихо, я снимаю. Я все равно вне игры не ссы. Что? Все, больше три карты. Да три карты по выбору бей. Да все. Ладно, окей. Дима выиграл! Минус один. Игра ведь... Подожди, меня задушишь. Игра ведется один против троих. Да! Рустам победил! Покричи. Опа! Остается бой двое против одного. Серый. У Серого уже пот. У Серого уже пот. Степа выиграл! Покричи. У меня козырь, козырь, блядь. Покричи. Козырь. Степан. Итак, Савельев, что вы можете сказать по поводу этого? По поводу этой игры. Тёма выиграет. Выиграет. Ну, отлично. Я не вижу, что там происходит, бля. Да. Побился все, блядь. А у меня нет. Да. Вы меня не оставили, я не иду, блядь. Да вам похуй. Во, Артём победил! Покричи. Пацаны, я все равно иду гулять. Серый, победила дружба. Но все равно покричи. Окей, это все. Это был похуй. International заканчивается, идет обсуждение. Идет обсуждение матча, который проходил. Такой потный матч. Все начали жрать. Все жрут. Сладкие призы, Саня. Сладкие. Сладкие. Сколько истребителей было? 50. Это мой вопрос. 50. 50, я знаю. Все, уходим отсюда. А прикол, Рустам куда закрыли, он дрочить будет. На что ты дрочишь? На бабкину фотку. Ах ты геронтофил грязный. Стоп, семки не забыли? Семки не забыли? Алло, алло, что? Ах вы ж пидоры, забыли, я вам все углы обкончаю. Забыли, нет? Блин, ок. Да забыли, забыли. Расскажи секрет похудания. Нужна сода. И кусок. Мы выметаемся из квартиры. А кто последний, тот пидор? Бля. Держим дверь! Я чуть не споткнулся. Все. Ладно. Это не я, это все они. Давай. Гуногажечки как старые. Вот так вот потанцуй. Сам потанцуй. Да что, пошлите на гараже. Ну, всегда скажи. Да, пошли на гараже. Нас пустят? Да, конечно. Ну ладно, пошли. Мы теперь большие. Большие ребята. Что, на эти? Окей, пошли. Демонстрируй свои труселя. О! Порнофильм! Рустамка! Рустам еще маленький! Еще раз я не увидел! Блять, Рустам что, посрался? Ёп! Артём! Степа! А, нет, Артём, он учит меня! Ладно, я полез. Я играю в Майнкрафт! Мы тебя умоляем, где он-то?
Просто вот так бы. Лёха, ты похож на этого парня, давай. Похож на этого парня. Ты такой же худой. Что, ты такой же? Нет. Я не такой же. Нет. Нет. Мы налетели на говно. Давайте, бомжи. Это я кушаю. Алло, аля, кто будет кушать? А Санёк под спину уйдет. Да ты баран! Я специально в тебя не буду я кушать. Давайте поиграем. Теперь съемка самого Артема, который упал на гараж. Давайте поиграем в бай. Да ты, сука, сейчас поебал дам. По паркурка прототайп. Ты жопу лижешь, Санек. Рустам, по паркурка прототайп. Давай паркурь, давай, бегай по гаражам, реально паркурщик прототайп. Серый не умеет, ты же под прототайпа косил. Давай. Я не предмет унижения. Это не предмет унижения, это документальный фильм. Мы его будем смотреть в 2017 или 2018 году. И будем видеть, какими мы были. Пидор рыжий. Бля, ай, больно. Если ты не удалишь видео. Я не удалю, я оставлю. Тебя недооценивали в плане того, какой ты хороший друг и все такое. Ну ладно, не обижайтесь. Вы все тоже это сделаете. Семечки. У меня руки заняты. Так что прости нас. Потому что Дима один пидор. Дима всегда был пидором. Я просто особенно от руки вытяжу. А, это я. Хотел в него кинуть, но передумал. Давайте поиграем в сталкерские байки. Посидим. Давай, зови Бора. А он где-то это, бля, с девками трется. Он тебе расскажет. Тёлку зовёшь. Бор. Бор, тёлка же. Ну да. Он живётся пока. У меня... Вот какие у тебя тёлки. У меня идея появилась. Ребят, у меня идея. Пистас, мы убегаем. Там машина подъехала. Йоу, быдло, ага, ага, е. Санёк, это, смотри. Алло, дядя, спускаемся, нет? Я слушаю. Помнишь, с чем связано это крыльцо? Когда я полез там. Да. Алло, спускайтесь, дядя. Они боятся, они трусешки. Теперь мы идем в нагород. Вот это Лёха! Сяу! Пацаны, когда ближе подъем к городку, кто последний? Ты с Димой и Ваней общаешься? А? Ты с Димой и Ваней общаешься? Нет. А что вы так синхронно сказали? А я просто хотел спросить. А почему? Просто не общаемся. Правда? Ну иди нахуй. Что там происходит? Ёбаёб. Ёбаёб. Так. Я тебе потом скину свою, ссылку на свой канал.